Всем привет! С вами Ниагара, и мы продолжаем игру «Волк. Дневники Красной Шапочки». Сейчас мы оказались в очень-очень живописном месте. Очень красиво. Давайте сбегаем сюда, кстати, к лодкам. Что там? РБ, чтобы использовать. Мы можем здесь посидеть и посмотреть, наверное, да? She took me home, cooked me a meal and drew me a bath. When folding my cape, Mother's locket fell to the floor. She picked it up and instantly turned pale. Could it be the grandchild she'd been praying for? She stumbled outside towards her son, who was in the garden shoveling weed. Joseph, come inside. There's someone you must meet. I remember him walking through the door. He looked at me as if I were a ghost. I recognized the charcoal man in the picture, in the flesh at last. The father Mom told me to look for. Minutes before she passed. Хорошо, я хочу вот это все разбить. Ну-ка. А я что, все без топора, что ли? А, народ, я без топора. А что она не прыгает? А, можно просто забежать. Понятно. А я думала, это можно как-то разбить. Мы купаться не полезем. Да, водичка, кстати, очень чистая, прозрачная. Ну и она и не прыгает, между прочим. Мы только можем здесь бегать и что-либо использовать. Traumatized and confused, I hardly spoke the first few days. I was afraid to be alone and terrified in the dark, for it reminded me of that place. After a while, I grew more comfortable in the little house wrapped around the tree, and I slowly opened up to my newfound family. Мы сейчас будем просто ходить, видимо, по воспоминаниям, вспоминать разные какие-то события, связанные с этим местом. With the few words I knew back then, I told father and granny about the angry men, about my life in dust and darkness, and the tunnel mother dug to set me free. About the dreadful day when she handed me her locket, bid me to go find my father, and gave her own life to help me flee. My sweet, sweet grandma. She's probably setting the table. Clueless of what she's about to get on her plate. I hope I'm not too late. Dusk is hiding around the corner. And I'm guessing, so is Wolf. Oh my, there he is! The devil in person. Wheels against heels? Seriously? You're not gonna get away with this! Бежать от кареты? Судя по всему, она говорит, ноги, что быстрее. Ух ты, снова бег с препятствиями. Но мне обратно дали топор. Вот за это спасибо. А он быстро едет. Я вряд ли успею, хотя я жму бежать. А, ну замечательно, еще и обваливается все. Как нет-то? Мне что, бежать за ним? Давай быстрее, шапочка. Он удаляется. Ну понятно, у него сколько там волков-то запряжено, а я так бегу. Это мы не взяли, ну и ладно. Что успеем, бабушке? What the hell? Это, знаешь что, это капканы. Я тебе скажу, что это такое. Оп, чекпоинт. Так, это что такое? Разламываем все это к чертям. А, нет, волки, волки. Давай вот так. Мочи их. Ух ты, черт. А, нет, 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 отвалите. Это мне надо тоже пригодиться. Так, сколько их она положила здесь? А, все. Все, замечательно. Еще одна, блин. Да что ж вы будете делать-то с этими волчарами? Ну-ка. Сколько? Двое? Блин, меня заколбасят. Давай, шапочка. Все, мы можем идти дальше. Господи, боже мой, наконец-то. У нас снова бег. Карета меня любезно подождала, пока я разбираюсь там
с волками. Быстрее. Ух ты! А! Прищемила ножку. О, я взяла, смотрите, успела эмблемку. Что-то какая-то ночь уже началась, вам не кажется? Что мы бежим уже до ночи. Походу добрались. Сражение с волчиком жду, дайте мне его, дайте. Так, и здесь чего? Еще значок. Ну сейчас-то не надо на ним бежать. Или все еще надо? А вот и бабушка. Don't you dare, Wolf! Don't you dare hurt her with your filthy claws! Please, no. I'll put down my axe. Whatever it takes. I beg you. Let her go! Антигерои что-то совсем не хотят со мной общаться. If that's how you wanna play. Все молчком. Granny, no! Так, что делать? Inside. Please, let me deal with these beasts. А, мочи, мочи. Что происходит? Ну-ка, отвалите все от бабушки. Мне надо так, чтобы они бабули у меня не сидели. Это что такое за новости? Бабуля, ты бы мне помогала, а? На хпшке еще. О, а что я могу, да, его шибануть? Упс, 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 упс. Ну, не в мою сторону. Давай. Опа. Упс. Подождите-ка, мне надо как-то, чтобы у меня хп восстановились. Я не могу так сделать, а? Отстань отсюда. Бабуся, ну давай, выручи меня. Смотри, волки опять побежали. Что это не пусто было. Так, дай хп, хп, хп. Так, бабушку. Бабушку спасайте. Отстаньте от бабушки. Последний, что ли? Давай, наваляем вместе ему. Give me your hands. Отдай ей руки. Why? Kind of busy here, Грамс. Look at him. Absorb that evil grin. Now channel your anger. That's how бабуля, дай мне силы. What? Что это такое? I'll explain later. Ага. Ладно, я поняла. Бабулю снова схватили. Вот он. Держи. Но у меня тоже треснул. Ой, это что такое? Ой. Схватил, что ли? Блин. Ах ты гад. Ладно. Ладно. Так, куда пошли молния? Так, у меня очень мало хп. Очень-очень-очень мало хп. Он свалил. Бабушку отпустите, волки. Дайте жизней. Черт возьми. Вот. Быстренько, быстренько, сейчас вот это мне тоже надо. Так, еще хпшки, замечательно. Это я буду тратить потом на него. Бабушка, ну ты хоть врежь этому волку, что-то я не знаю. Загрызли что ли бабусю? Не может быть такого, вот он. Иди ко мне, на тебе. Давай я тебя еще раз лапой дам. Хочешь? Мементо море. Hurts, doesn't it? You reap what you sow, Wolf. I wish I could say now we're even, but we're not. An orphan I am, and an orphan I'll be. Your blood won't bring back what you took from me. But at least, my mind has peace. So long, Wolf. Мы так с ним и не поговорили. Даже не высказался на прощание. Granny, I did it. We did it. It's over. It's all right. I'm home, and Wolf, at last, is dead. Oh, Grandma, you're hurt. Here, I'll carry you to bed.
My child, before I go, there's some things you need to know. You're not going anywhere. Бабушка все-таки решила нас покинуть. Listen, please. It's not over. This is a battle beyond Wolf versus our family. The people of Ulrika need you to make things right and set them free. Wait. Now it's my job to save an entire city? A city that was never even my home. Remember the trick with your hands. You're the only one who can. So I'm some kind of chosen one? Well, I didn't choose to be. If choice was stronger than fate, your father... Yes. Let's talk about my father. And the army of cruelty he created. Don't think ill of him. Your life was at stake. Wolf made him sign a pact he couldn't break. You lied to me. Only to protect you. Hey, don't weep. We'll talk in the morning. You need some sleep. Please, sweet Red, do not forget. Ulrika needs you. The girls. Save the girls. And stop the machines. I unleashed a beast. Oh, how I curse my own spell. Forgive me, child. I meant well. Granny! You're raving! I don't... Wait. What's that noise? No! Продолжение будет? А, то есть это у нас что-то типа первого эпизода. Интересненько. Он такой короткий, где-то, ну, может быть... часа за 3-4 вы его пройдете. Давайте посмотрим в дневничке, что еще у нас открылось. Фотонька. Так, а еще вот на этом мы в прошлый раз остановились. Плакаты. И людные времена трактира «Три поросенка», часть первая. И можете потом на паузу поставить, прочесть. Тут о трактире «Три поросенка». Знаете ли вы, что Ульрика, древнее германское имя, означающее «сила волка» или «повелительница волков». Ух ты. Волчик озверел, часть первая. Это почему он стал таким, видимо. Чертеж ее отца. Знаете ли вы, что крысолов из старинной сказки участвовал в самых разных исторических событиях. Интересненько. Так, подождите, это что? Это о крысолове. То он такой... ученик инженера. Это, наверное, об отце. Ну, я много, смотрите, не насобирала. Где-то ровно половину. Дом бабушки. Так, пока пропажа нас не разлучит. Ага. И карета. Карета волка. Вот такой дневничок удалось мне собрать. Некоторые я не нашла, за некоторыми просто не стала прыгать, чтобы не рисковать. Спасибо, ребята, что посмотрели. Довольно интересная игра. Приятно провести время, играя в нее. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Встретимся с вами на моем канале. И с вами была Ниагара. Всем пока.